Ну, посмотрим, теперь у нас протонные дают сотку. А тут 140 почти, в три раза больше. И зарядка одинаковая. Бронепробитие 15, а тут 35, ну, два раза. Так, на 70. Одинаковые данные. А сейчас мы... Высота как бы снизу. Полный день. А, там. Как бы она заменяет. Это видите, как виртуальная реальность. Тут есть полновидение, только не обладает большими возможностями. Или некогда, например, самонаведение, доворачивая в сторону цели. Ограниченное самонаведение. Считать размеры или перегрузка, урон x2, перезарядка. То есть урон не 50, а 100 от тех 140. А перезарядка на 25%, на четверть как бы быстрее. То есть четверть это почти сколько? В общем, с 4 залпов. Или с 3 залпов четвертый бонус. То есть с 3 та же самая. Там 40-120, а здесь 100. Вот здесь есть полное видео. Урон экрана. Вот здесь выбор на протонках. Он протоны и так. Он плазменный, это по сути болван, который держит плазму. Тут скорость в 1,5 раза выше. Можно поставить отдельный урон экранами. Плазменных никаких модификаторов нет. Ну, такой как вариант. Можно даже посмотреть, сколько их. Ладно. Тут можно 3 таких поставить. Это по сути не торпеда, а бомба, но... То есть если были какие-то файтеры бомбы, раз бы он маневрировал, а потом выходил на цель и скидывал. Ну типа вот, рубался там в броню. Обычно все лидеры с кораблей уходят на эскейп-кодах, да, спасательных капсул. Вот все вот возвращение лидера. Ну, альтернатива, если у вас нету картонных трофеев. Ну, то есть при перезарядке где-то уже вы зарядка. Это перегрузка называется, урон и перезарядка. Минус протон, двумя протонами. Ну вот там нужна вот эта штука, вот система перемещения. Как бы не без этого. У меня прочность 500, крейсер прочность 975, 2 линкор, почти 2, 4 раза живущие. Плюс экран, плюс поглотитель. Поглотитель энергии. И плюс лидер на линкоре, а у остальных там крейсер махинец.
три максимально аттрактивные. Ну, три это вообще-то как надо особый период, допустим. То же самое именно всегда гравитонные пушки. Максимально стыдная ракета. Возможно, да, ты его. Особенно не быстро. Просто пульсона для кругового обороны. И гравитон. Скоростной гравитон. Некая комба. Просто сейчас подумал, на крейсер. Вот здесь более торпеда, пульсон. Один пульсон просто слив по флангу, надо пролетел еще. Не нравится. Ну, он так может маневрировать, но это не слишком. Его смысл вообще трило, да, чтобы он как бы в середине или там сзади боя так же прикрывал. Например, сзади этот линкор, который летит, он улетает мимо линкора вперед. Стреляет и потом все тоже дожимает. Там. То есть один залп и экран, два залпа. В зависимости от сложности битвы. Бомба. Ага. Можно. Бой вокруг этого Китая идет. Хиндеру, да? Те же самые все эти свиньи, они же почему пираты там не появляют. То есть никакой свиньи не там. Ну, он не нужен, если мисконтинная администрация есть экспорт. Тахионно. Биом тут вообще не удовлетворяет, только первый размер и ресурсы 2 на 3, там 6 или 0. А биом можно поднакачнуть, а тут при том что 1 и 5 все-таки на единичку свин его поскромнее. Ресурсы влияют на констракт дым маленький. А если 3 на 3, то 9. Объем влияет на население. И момент, что у нас если шторм, например, нас начнет куда-то, то мне появляются очки команды. Сейчас 146, а пока он был там было 152 или 157. Кризис минус. 8, теперь 8 стоит. А он стоит поджимал. Ну сейчас такой. Ну, они влияют, но его можно не назначать было. Он скорее командор как контр-адмирал. Но когда она в середине перейдет.